вообще это удивительно, что именно благодаря польскому ученому якуты получили этот бесценный, он был впервые издан в конце 19 века, здесь об этом есть вся информация, что именно благодаря ему якуты осознали очень многое из своей культуры, из своей истории, из огромного, что здесь обрядов описано, просто вообще очень-очень высокопрофессиональная книга. Она будет у нас здесь храниться в польском центре, и подарил нам